Это флаг и гимн Валенсия. Да, испанского города Валенсия. Как вы видите, она находится в Басконии. Там, где Барселона. Да-да, мы были только что посетили эту великолепную страну Испанию. Теперь можем спокойненько отдохнуть, посмотреть какой-нибудь фильмец. Как всегда, мы... 25 гостей вызвали, когда мы 25 кассет. И новые кассеты начали. Ага, и новые кассеты тоже будут, круто. Как всегда, Маркус выберет, какой же фильм мы сегодня с друзьями будем смотреть. Ну что? Первый у нас брат Бальтазар. О, братишка, привет! Что там притащил? Давай. Президентский конечно. Самолет. О. Президентский самолет или самолет номер один. С Фордом. Ну что за мультики там потом? Мультик про героя Порки. Следующий у нас утка. Ну, ты что нам притащила? Башня смерти. О, давай посмотрим, что там. Это же великий Брюс Ли. Фильмы про Брюс Ли я еще смотрел в видеотеках, которые были в подвалах многоэтажных домов. Сидели на табуретках все и смотрели. Тролль прыгал. Да. Sugar Hill Warren. Sugar Hill, ого. Не знал такой фильм Wesley Snipes, Sugar Hill. Ну, ворона мы знаем, это наш дальний родственник. Это ворон. Там был отец Брюс Ли, а тут его сын Брэндон Ли. Появился на свет ворон Брэндона Ли. Ну, next thing. Следующий у нас Чарли. Ну, паровозик. Зорро. Ооо.
знаменитый актер Ален Делон, который, к сожалению, сейчас очень болен, даже подумывает насчет эвтаназии, чтобы не было так больно. Старый добрый фильм про героя Зорро. Это сейчас уже новые версии Зорро в масках и что такое. А первым Зорро был Ален Делон. Следующий у нас Викинг. Ну давай, что ты у нас скандинавий? Астероид. Вау, фильм катастрофа. Этот фильм я даже видел в кинотеатре на большом экране. Знаете, зрелище было фантастическое. Да. Ну что, фильмы катастрофы, лучше смотреть. Нет, Виктор, извините. Надо быть сумасшедшим, чтобы не бояться сейчас. Резервная база ВВС США, Холмстед, Флорида. 480 параллель, истребительное эскадрилье. Так, через 6 часов на Землю упадет астероид. Смогут ли люди остановить этот астероид? Смогут ли изменить траекторию его пути и спасти Землю? Следующий у нас Хэм. Ну? Джеронимо, гном по имени Гнорм. Чего? Гном Гнорм. Мне послышалось, гном по имени Гном. Слушай, Ломен, Ломен. Вот этот гном, да? Гном по имени Гном. Ну, тихо, успокойся. Давай, ты, слизняк, давай. Он уходит, уходит. Почему? Да потому что я прихожу к эльфу. Не к эльфу, не к эльфу. Ты эльф. Эльф, понятно? Кто здесь у нас? Эльф, наверное, бешеный. Отпусти меня. Хорошо. Это что-то похоже на гремлинов. Были такие гремлины тоже. Очень похожие. Скажу честно, я не фанат таких фильмов. Следующий у нас... Бакс Банни. Да, ну тогда у нас бестселлер. Папочка Даниэл и Стиль. О, обожаю бестселлеры. Особенно моя мамочка смотрит их каждый вечер. Про любовь, романтику. Рождество неделя, а гирлянды не повешены. Семейные традиции Уотсонов. Это святое. Рождественские огни – дело мужское. Ради Бога. Пап, я возьму машину после школы. Да. Бен Аффлек, Дженни Льюис. Ого, какие актеры классные. Я уж думала, не дождусь доброго утра. А каждое утро с тобой доброе. Ну, все готовы? Тогда в гараж. Тогда в гараж. Мэтью Лоуренс. Робин Питерсон. Ричард Маккензи. Увидимся за ужином. Один из первых фильмов. Вот. Да. Идем дальше. Бестселлер. Романтика. Один из первых фильмов Бена Аффлека. Следующий у нас. Монстр. Да. Какая-то странная кассета. Откуда ты ее взял, монстр? Я вытащил ее. Ты вообще можешь... я достал. Следи, я тут траву щипать. Да. Ну хотя вообще парень хороший. Надо какой-то сказать. Мультик. Холодный ветер.
По-моему, ребенок не завернут как следует, а родители его спят, уставшие. Мне это не нравится. Вдруг он простудится. Подождите-ка. Какая хорошая идея. Эй, вот это странный мультик. Надеюсь, нам YouTube подскажет, что это такое. Сейчас лошади и коровы будут за мальчиком ухаживать. Ну что за бред? Пеппа Пиг. Ладно, идем дальше. Пока будет весна. Я люблю, обожаю фильмы из Болливуда. И своим детям показываю. Там такие красивые актрисы и актеры классные. Он погубил ее жизнь. Эй, кто-нибудь? Банси! Заткни этого ублюдка! Тихо, успокойся, малыш. Да ты просто голодный. На, поешь. Рави, не смей говорить об этом ублюдке. Да еще не брать свадьбе тоже. Будут, как всегда, петь и танцевать, как во всех индийских фильмах. Так. Следующий раз. Мумия. Я прямиком из гробницы фараона. Книга джунглей убийцы. Книга джунглей была любимый фильм моего фараона. Да? Ну ладно. Пусть так и будет. Режиссер Стивен Сомерс. Life is a spinning wheel. Жизнь как колесо стрелки. With each spoke, a tale to be told. С каждым поворотом рассказывает новую историю. Поэтому посидите спокойно, я расскажу вам одну такую историю. Историю, захватывающую, как сами джунгли. Она о гордости, о силе, о сокровищах, о клыках, о когтях. Но в основном она о любви. История может начинаться. Да, это книга джунглей, действительно, ребята. Это вообще-то фильм. Да, фильм. Кто не видел, можете посмотреть. Я его смотрел, мне понравилось. Не так, чтобы очень-очень, но... Снупи прибыл. Да? Игроки. О-о-о! Я тебя не видел раньше, парень. Наверное, да. Ты случайно не танцевал в Файл Арми? Да. Чего мы уже? Да? Немного, хорошо? Мама, ты и мой брат постоянно мечтаете о чем-то. Смотри, в один прекрасный день я убегу с почтальоном. О чем ты говоришь, дочка? Почта. Слышишь, мама? Раджа. Махарадж Раджа. Прямо ничего из Болливуда. Слишком уж контраст плохой этому фильму. Ну ничего, все равно надо смотреть. Идем дальше. Ничего, что контраст плохой. Давайте мы все равно смотреть будем. Ну? Алекс прибыл. Так, я сразу после представления. Бесплатные деньги. О. Так, это у нас кто? Джон Кьюсак. Бесплатные деньги. Честно, не видел такого фильма. Гордон Фридман, Мэтью Толберг.
много денег. Сразу хочется себе купить целый остров, да, Маркус? Ну? У нас конь. Ну, давай лошадка, чё? Конец дней. О, сам великий Арнольд Шварценеггер. Этот фильм, я думаю, что мало таких. Есть, конечно, это видеоман. Посмотрите. Следующий. Гарфилд. Ну, давай, Гарфилд. Скала, музыка. О, музыка. Потанцуем. Да-да, если дадите мне лазаньку и потанцевать хочу. Может быть, YouTube нам потом подскажет, кто это пел. Так. Следующий у нас Марио. Да, я для принцессы нес клипов. Короче, кассету с клипами. Короче, другие клипов притащить будут. А тебе все понравится мой сборник клипов. Одним литром водки на земле стало меньше. И так будет с каждым. Сонная ночь. Это какой-то Новый год на Первом канале. РТ. РТ? Сонная ночь. А где тут РТ? А, вот есть. Да, какой-то Новый год на РТ. Сонная ночь нас с тобою качает, но я прошу, я тебя умоляю, а не спи, дальше. Только креп... Так, эти все большие концерты надо смотреть целиком. Это клипы можно смотреть так выборочно, но концерты надо целиком все смотреть. Следующий у нас бродяга. Но... Посмотрим, какая музыка нравится твоему хозяину. А ему нравится «Руки вверх». Да. Что еще произошло? Сколько времени прошло? Звонишь, не пишешь. Да, может быть, поет, смотрит. Потерял, не дошло. Слышишь еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот в чем. Так всегда, что солдат от вас письма отойдет, кто разберет, читает. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я в тебя свою получаю. Недалеко, как ты не скучаешь. Но я вернусь, ты спи, узнаешь, что я далеко. Я по тебе скучаю. Это группа «Руки вверх». Когда-то звучало вот на всех дискотеках как страны. Раз, вот третья песня. Да. Как раз вот. Так, ну, дальше.
Следующий у нас Ферби. Ну, что ж, слушают Фербики. Сейчас узнаем, что они там нас слушают. Тут тоже список песен. Тоже. И сколько тут? 44. О, последняя мне нравится. 44. Move your ass! Такую я раньше не слышал. О! Ну, она так. Раз послушал, потанцевал и до свидания. Следующий у нас... Не запоминается. Мартышка. Так, ну давайте. Посмотрим, что же нам Мартышка притащила, а, ребята? Слушайте Роберта Майлса и Dream музыку. Советую. Так. Дальше. Следующий у нас Франческо Бернулли. Ну, что-нибудь итальянское? Что-нибудь итальянское хочу. The great production you and I starred. I'ma keep playing these cats out like a song. No high heel shoes, getting love from the beautiful badass chicks from the block. Stop it, you don't understand. The soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine, but I was in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah, yeah. I'm a polka choker, I got what your lady, mama. Вообще не нравится такая музыка. Это не для моих ушей. Идем дальше. Следующий у нас Crazy Frog. Бы я сейчас послушал какую-нибудь песенку от Crazy Frog. У тебя веселенькие были песенки. Моя родная, вокзале не уютно. Я об этом думал в карусели дел. Я любовь твою испытывал такую. Но я не хотел, поверь, не хотел. Идеалом был я выбран неудачно. Но о чем мы плачем, если о пустом? Группа «Премьер» когда-то представляла Россию на Евровидении даже. По-моему, заняла 10-е место, насколько я сейчас помню. Следующий у нас Смурфик. Ну, не падай. Да я бежал. Ну ладно, отдохни, сейчас посмотрим. Стоило ли тебе вообще было бежать к нам? Так,
YouTube подскажет, что это такая за непонятная песенка. Ну, что там у нас? О, нормально у нас. Сереж, у нас шрам. Там король лев для вас кассету прислал. О, ну спасибо. Пусть я давно забыт. Я не хочу, чтобы запах рук остался на щеках моих небритых. Все забери, что ты мне подарил. И разорви ты старый наш вот альбом. Записки, письма, слова в автоответчик. Сожги, сотри. Давай забудем обо всем, всем. Себе оставлю только фото. Впрочем, можешь взять и фото. Я не хочу, чтобы тебе мне напоминало что-то. Уходишь, что ж с тобой прощаться? Все это не могло, ты знаешь, так больше продолжаться. Уходи, если сможешь. Стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь. Только сердце не трогай. Уходи, если сможешь. Стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь. Только сердце не трогай. Это самая крутая песня группы «Руки вверх». Уходи, если сможешь. О. О, такая крутая песенка. О, супер. Следующий у нас ну? Маново. Ну, давай. Музыкантище. Наверняка интересную музыку нам притащил. Как-никак сам музыкант. Этот клип его можно только слушать. Следующий у нас малыш. Ну сейчас узнаем, под какую музыку малыш идет надежда на YouTube. И последний гость это у нас. Ну, просим. Это Джонни Браво. О, привет всем! Я вам принес супер мега пупер хит. Слушаем, ну, что же будем смотреть, Маркус? Про Шварценеггера.